Что это? Ова. О, скажи все. 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 Ага, басик. Давай, Люся, бери басика, давай. И вали. Басик, давай. Басик. А, ей надо памперсы одеть. Люсико. Чи-чи-чи. Продавала кирпичи. Это же на яйца хочет, Гена. А, я даже не поняла, что она мимо меня пришла. Он сейчас пока вот молока не поест. У Басика. Надо опу мыть. Люся. Ты же папа бери вместе с Басиком. Я одна отказываюсь. Нет, ей же надо штаны одеть. Попу помыть. Оп! А, да, что? Люся. Люся. Смотри. Что? Ой. Что? Ой. Что? Что там? Доставайте. Не доставайте. Люся. Нет. Нет. А, нет. Нет. Люся. Лис, не иди. Не. Дудух. Дудух. Так, Люся. Смотри за ней. Люся, иди сюда. Люся. Люся. Наша радость не знает границ. Слушай, давай, давай, прячься, прячься у папы. Давай, давай. Аля, Аля. Так. Скоробогатька Елена. Белга. Люся, что, подавилась? Так. Открывайте, что-то там такое интересное. Что-то там такое, попробуй, называется. Одной рукой держи Люсю. Люся, помогай. Опа! Люся, главное, чтобы там не было Люся. Чего-то такого. Но. Люся, иди сюда. Иди ко мне. Ой, как она испугалась. На. А сейчас полетит Алексеич. Она его хотела перевернуть к стене лицом, чтобы не впадать в ступор. Люся. Тут письмо. Тут письмо, там Люся. Басик спрятался. Все, читай, я буду ее держать. Да пусть и Вадя, ну висит красиво. Она уже не висит. Она уже не висит, она уже текает. Здравствуйте. Люся. Руки, руки, руки. Я знаю. Так. Эти притихли мыши. Да, с вами была вчера распаковка. Сегодня с Люсей. Здравствуйте, Татьяна Викторовна, Владислав Игоревич, члены вашей семьи, сотрудники парка. Да отпусти ее. Во главе с Олегом Зубковым. Отпустил. Твою дивизию. Ну забери. Люся! Так. Отпусти, говоришь, да? Питомцы парка и все тайганутые подписчики. Вот. Высылаю вам очередную посылку. В знак, в дань благодарности за ваш труд. Это уже третья. Первая посылка была с теплой белой повязкой на голову. Помню, помню, для прохладной ветреной погоды и поездок командировки. Во второй посылке были вязаные наряды для Люськи. Меня об этом просили подписчики. Посылка была еще и отправлена в феврале. Доехала до адресата и была ему вручена. Подписчики меня спрашивали, что когда мы увидим эти наряды на Люське. Но этого не произошло. Она пропала по неизвестности. Причина где-то в парке. Не переживайте. Елена, все у нас есть. Да. Посылки пришли раньше, позже. Все у нас есть. Будет зима. Все наряды будем одевать. Так что не переживайте. В третьей посылке я... Вы несколько... Вы... Подарочков. Они все упакованы отдельно. И каждому прилагается пояснительная записка. Благодарю всех вас за самоотверженный титанический труд, любовь к животным, заботу об отказничках и выхаживании трудных питомцев. Сил вам и здоровья, и пусть внешние неприятности не мешают вам трудиться на этом благородном поприще. С уважением, Елена Скоробогатька, Белгород. Леночка, не переживайте. О, успокоилась наконец-то. Да, конечно, успокоилась. А, нет? Комплект дочки-матери, внучки-бабушки. Ага, это, я так понимаю, это две сумочки вот такие.
мне сумочка и Ангелюше сумочка. Спасибо большое. Берет для Ангелины, берет для Люсинды. Люся! Ну, ты посмотришь на нее. Или Маняши, или для большой куклы. Вот такие замечательные беретики. Ангелина будет вместе с Люськой в одинаковых. Ой, как красиво все упаковано. Так, а это, я так понимаю, для Ангелины и Каролины. Так, хлебцы и вкусняшки. Вот такие финики. А это такой кошелечек. Вот. Долго распаковывать не можем, потому что, вы видите, она уже вся извертелась. Мордашки и развивашки. О, хлебцы. Дай ей. Хлебец. И вот такой красивый, нарядный воротничок. Просто у нас подписчики просто, девочки, рукодельницы. Вон бананчики, гранатик без сахара. Люся, распаковывай, распаковывай. Спасибо, Елена, огромное. Ну, я не знаю, это еще надо, чтоб Люся, воротник такой носить, это теперь платье надо покупать. Не под каждое платье подойдет такой воротник. Так что все вязаные вещи вот так красиво смотрите, упакованы. Ой, ой, ой. Что? Так, давай, потому что это ураган сегодня. Такой, что его просто так не удержать. Она же еще со всеми не... Вот, привет, привет, мои родные. Они к ней такие... Ее ж батя там ногой держит, там и рукой. Все, Люся. Давайте. Все, сейчас мыть Степу с Маней. Все, твой вольер. Хлебцы им дай. Как раз. Степка такой уже смотрит. Уже Степку на липучку не цепляем. Оп-оп-оп-оп. Все такие, ага. А у Степки, смотри, живот черный становится, шерсть темная. Люсь. Ты что это такое? Не гомнякой. Нет, подели по кусочку. Не безобразничай. Держите. Раз, два. Эй. Дай ей, дай. Только дай ей кусочек, не давай все. Что же, главное дело отобрать. Прячет. Не так просто. Маня, ты потеряла кусочек. Иди вниз. Вот, отодвигаемся. Она очень быстро придвинет. Вот это бандерша. Угу. Вот сидит бандерша. Клеточку. Вадик сверху. Сейчас клеточка полетит очень далеко. Люська дома называется. Все нужно убирать. Ну, что? Как хлебцы? Степа. Мой мышоночек. Мой мышоночек. Да. Живот такой уже темный. На ручках шерстка уже меняется. Ну, такая у Степки еще шерстка такая на ручках бархатная. Мань, я не отбираю еду. У Люськи уже не такая. А, села, смотрит. Что ж такое, папа? Убирает, да? Не скинуть, не разбить, а? А ты вот эти вот одноразовые пеленки спускай. Мы их вороне будем стелить. Вот. А туда... И сложи вот эти, пожалуйста, тоже подстилки. Надо тоже постирать уже чем-то они их. Хоть ими никто и не пользуется. Пока из малышей. Кот здесь. Вон туда, за дверь. Кот тут уже не спит давно, да. Ну. Люсь, все? Угомонилась? Тебя сначала надо по приходу домой садить в вольер, а потом уже
оттуда вынимать, чтобы ты успокоилась, со всеми поздоровалась, и тогда только, скажи, выпускать.